Всем привет! Автосалон Exit. Посмотрим, что здесь вообще стоит и какие цены. Давайте начнем вот с этого, с нового LX Exit. Датчики парковки спереди есть. Двухцветные, знаете, диски фирменные, да, вот эти Exit. Здесь все как положено. 225-55 R19, вот так, брызговики имеются. Ну и как-то все, машина становится интереснее и интереснее, да? Люк, видите, как, то есть, по чуть-чуть доводит до ума, совершенствует, отделка все мягким. Тут прямо даже вышито, смотрите, он нитками Exit, прям вообще капец. Но Черриш как сказала, что это у нас премиальный бренд. Соответственно, тут и как бы вот так сюда. То есть, хотя платформа семерки Pro Max, она одинаковая, и моторы такие же, все такое, но вот материалы отделки, ну и так далее, вот все чуть получше, подороже, соответственно, и цена такая. Давайте сейчас посмотрим. Пластиковый обвес по кругу имеется, но на темном фоне он несколько теряется. Хотя, как сказать, тут он, видите, как вот есть еще типа, вот это опять места такие вот снизу защищены. Ну, более такой у него, да, элегантный вид просто. И сам дизайн несколько, конечно, чуть-чуть другой, чем у семерки. Как считаете, вот что лучше? Эта машина стоит 3900, опять же без всяких скидок. Хром вокруг стекол, даже, по моему диски похожи с семеркой, не вам так не кажется? Ну давайте так заглянем здесь, что доступ для всего имеется. Сразу что электрорегулировки, вот, пожалуйста, сидушка стала отъезжать. Мягкий верх тут, да, все красиво. Ну и соответственно, видите, как такие эти кнопульки, все мягко работает, все красота. Два огромных экрана, так, в один все это дело свели, в одно табло типа. И ну и вот помните, как в крайних тигуанах пошли уже вот такие вот все эти кнопки, народ начал несколько возмущаться, вроде как сейчас убрали, а тут китайцы пока считают, что это вот так вот круто. Ну, что делать? Там еще есть нижний этаж. Вот так вот все, видите. Подари сидений, трехступенчатый. Красота. Ну и сейчас сцену вам покажу. Смотрите, еще какая у нас акустика. Не реклама, просто. Ну, смотрите. 3900 машина стоит, 3550 со скидкой это будет по кредиту, 3600 со скидкой по трейдинг, и максимальная выгода 3 миллиона 250 тысяч. Как вот такая цена? Exit TXL датчики парковки есть, и черные вставки, и опять же глянцевая резина Continental, и двухцветные диски 225-55R19, такие вот колеса, тонировка, рейлинги присутствуют. Ну и тут уже вот как-то больше пластикового веса, чем даже вот здесь. Черные зеркала почему-то. Ну не знаю. Вот так все здесь. Видите как. Все тоже эко-кожа, перфорация, все присутствует, все есть. Ну давайте смотреть, сколько стоит такая машина. И тоже смотрите, какой у нас экран. Смотрим. $4 260 000 стоит машина. С выгодой по кредиту 3940. С учетом выгоды по трейдинг 3860. С учетом всех выгод 3 540 000 стоит вот такая машина. 1.6 турбо мотор, 186 лошадок, крутящий момент 275 ньютон-метров, робот привод полный. Машины постоянно дорожают, а купить новую все же хочется. Поэтому если в планах купить новое авто, нужно делать это сейчас и через автоспот.ру. Здесь мы сразу видим цены и скидки, причем сайт абсолютно бесплатный. А все предложения напрямую от официальных дилеров. Для примера посмотрите, какие цены на китайские кроссоверы. Скидка за наличные в Москве достигает 100 000 рублей.
А в Питере и вовсе можно найти 200 тысяч скидки. Согласитесь, ради такой экономии можно и другой город сгонять. Также для пользователей Автоспот регулярно появляются уникальные акции в виде каска, зимней резины или доп. Оборудования. До 200 тысяч рублей в подарок. И такое тут можно встретить по каждой марке и модели. Ссылку на Автоспот оставил в описании. Пользуйтесь. Такая пожарная машина. Вот тут видно, да, сразу как четко. То есть здесь как-то на темном терялось все это дело. А тут, видите, сразу раз чуть-чуть черной пластики. Дальше тут нет снизу. И тут тоже как-то вот. Ну, опять же, я же говорю, там, видите, все в черном вниз. А здесь, может, таким образом, я же говорю, как-то пытались подчеркнуть элегантность. И тут уже резина стоит GT. Некоторые говорят GT. Вот. Exit, LX. Нигде шильдика АВД нет. Ну, давайте попробуем, что тут. Вот так откроем, хотя бы в одной машине. Зонтик, как видите, тут. Ну, в общем, вот. Вот так все четко отделано. Вышито прямо Exit. Подсветка имеется, шторка есть. Красота. Красота. Кнопочка. Я так понимаю, это у нас машина переднеприводная. Она должна стоить дешевле, чем там. Хотя это у нас еще дорестайл, видите, как последний, как здесь. Глаза зажмурьте. И сейчас раз, мы перенесемся. Глаза открываете, видите, как. Вот это уже обновленный. Вот тут, конечно, уже все поинтереснее сделано, чем там. Хотя, может, кому-то больше и тот дизайн нравится. Хотя, лично мне вот такой дизайн, который был раньше, вот такой, не нравился. Ну, как-то вот. Это вот тоже здесь все отделано мягким, все хорошо, да? Ну, вот такой красный цвет, это, конечно, это нечто. Давайте смотреть. 390 тысяч машина стоит, с учетом выгоды по кредиту 2760, с трейдингом 2750, с учетом всех выгод 2520. LX новый бизнес. Ну, не знаю насчет нового, я вам показал. Вот там салон намного интереснее, чем вот здесь. Exit TXL AVD. Датчики парковки есть. Машина в таком белом цвете. 235-50R19. Двухцветные дисочки. С тонировкой. И боксик такой прикольный. Значит, что тут предлагается. Вот видите, тоже все уже давно переделали. То есть раньше было как вот там. Тоже два таких эти кругляша. Мне не нравится. А теперь вот все вот так. Ну, в общем, все стало козырно. Память сидений, как видите, у нас для троих. Тоже музыка хорошая, я так вижу. Вон. Ну и что? Ну, смотрите, какие у нас авиационные такие подголовники. Перфорация тоже есть. Ну, в общем, как-то вот. Зачетно все. И тут отделка мягким, да. Куча помощников разных. Вот так все это смотрится. Давайте читать, сколько стоит машина. Так, новый TXL Prestige, 4 миллиона 400 тысяч, 1.6 мотор, 194 лошади, труба 7-ступка. Вот еще у нас, смотрите, новый Exit TXL, полноприводный, датчики парковки есть, диски тоже зачетные, с тонировкой. Ну вот, в принципе, то же самое. Как и в том в черном. 20-е колеса вообще. Датчики парковки спереди тоже есть. Ну-ка. Ну да. Видите, как и там. Вот эта вся старушка идет. И тут тоже. Так плавно заходит. Все. Угу. Такое же все. Ну, в общем, интересно, интересно. И тут, по-моему, я смотрел, что-то цены. Нету. Ладно, ладно. Тут убрать, если. Не. Что-то тут не то что-то. Ладно, идем дальше. Новый VX, смотрите. Вот такой огромный машин. Вон уже на выдаче, пожалуйста, стоит тачка. Вот, смотрите.
в X. Они, походу, два одинаковых, но только этот светлый, тот темный. Здесь, видите, у нас с люком все как положено. И тут видите, как идет такое обрамление еще вот таким вот цветом, да? Ну, пластик тоже. Там уже этого нет. Знаете как? Раз, два, три, четыре, пять. Решетка, да? А там она, видите, как более заужена. В общем, нет такого. Вот этот, походу, более обновленный. Зеркала такие же, да, в общем-то, что, надо смотреть. Давайте обойдем. Мишлен резина стоит, диски двухцветные, куча камер тут. Датчики парковки сзади тоже здесь есть. Красота. Вот так все работает. Откроется, да, откроется. Тоже, смотрите, зонтик тут. Подсветка яркая, хорошо. Три ряда сидений, подстаканники там. Куча кнопок каких-то, розетки там. Тоже прикольно. Это все вот можно, видите, складывать. Уже начали подниматься. Ну, в общем, зачетно. Что здесь? Вот так все. Хорошо. Ремни можно тут прятать. Вот это вот дело. В общем, круто. Давайте закрывать. Где тут у нас кнопочка? Вот так все. Работает. Сразу сигнал. VX OVD. Куча камер. Давайте хотя бы глянем чуть-чуть здесь. Доступ, понятно, что без ключевой будет. О, пожалуйста, подножка выехала. И как-то уже показывал, что подножка, допустим, ну даже могу сейчас показать, смотрите. Вот я, ну, сейчас встал, смотрите, раз, вот, прямо рядом. Открываю, хоп, она уперлась в ногу. И мне не больно, и она остановилась. То есть можно было ногу дальше засунуть, ну вот так, примерно, под машину, и она бы там и осталась. То есть не бойтесь, а бордюр она не сломается. Тут прям вот так, все мягко, я же думал, и тут мягко. И тут, кстати, смотрите, и тут мягкое прям, ну нифига. Что у нас здесь? Кнопка такая, видите, запуска двигателя. Все в экранах, вообще все капец, да, тут. А давайте присядем. Сидушка широкая, прям вообще под самую коленку подходит. Единственное, что вот здесь, либо вот так еще было, вообще круто. И тут шторка такая, смотрите, прям, нифига. Вот смотрите как. Зато тебе тут все удобства, еще причем семиместная тачка такая. Давайте смотреть, и тут двери, как видите, цельно штампованные. Зачетно. 20-е колеса. 6700 стоит машина, 6300 с выгоды по кредиту, 6300 с выгоды по трейдин, и с учетом максимальных выгод 6 050 000. Ну чуть-чуть, да, этот по-другому смотрится, чем там, но тоже. Вот этот стоит у нас VX Президент Limited Edition 5 690 000, и со всеми скидками, если вдруг получится, смотрите, 5 010 000, да, ну совсем чуть-чуть, 5 миллионов всего лишь. Но зато какая машина. Еще раз смотрите, 5690 стоит вот эта машина. Дорестайл. И сколько стоит вот эта машина? Там 5690, здесь 6700. Практически на 1 100 000 с чем-то, да? Машина вот эта вот обновленная дороже. Ну, как-то вот так. Такие вот цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.